Почти 14 миллиардов рублей в разные годы республиканская казна заимствовала из федерального центра в качестве бюджетных кредитов. В 2017 году Москва уже реструктуризировала эту задолженность. Согласно тому графику, Хакасия должна была внести очередной платеж этой осенью. Но председатель правительства России дал поручение проработать вопрос отсрочки платежей для регионов страны. Нам необходимо заплатить из 14 миллиардов рублей 1,4 миллиарда. Вроде сумма небольшая, 1,4 миллиарда, это 10%, да? Но, тем не менее, учитывая ситуацию трудную очень с бюджетом у нас в этом году, очень сложную, если будет произведена отсрочка и с 2020 года перенесут на более поздние периоды, конечно, это существенная поддержка для нашего бюджета, для Республики Хакасия. Кроме того, Ирина Воинова прокомментировала информацию, которая в последние дни широко разошлась в сети. Якобы власти республики расходуют средства из финансового фонда, предназначенного для ЧС. Во-первых, на ЧС есть отдельный фонд. Во-вторых, фонд, вот о чем я сказала, резервный фонд Республики Хакасия, откуда мы сейчас распределили 165 миллионов, его вообще размер 197 миллионов. То есть, в принципе, он распределен не весь. Там почти 30 миллионов еще остались, которые в случае необходимости могут быть направлены, в том числе на пополнение ЧСного фонда, если вдруг, не дай бог, это возможно, необходимо будет. Иными словами, существует два фонда – резервный и фонд для чрезвычайных ситуаций, из которого никто деньги не забирал. Что до резервного РЕС-фонда, то его средства распределены для софинансирования нацпроектов. Например, на выплаты детям от 3 до 7 лет республика выделила больше 60 миллионов рублей.